Буквально накануне сын певицы Софии Ротару, который также является ее концертным директором, Руслан Евдокименко сообщил о трагедии, которая произошла в его семье. Как рассказал Евдокименко, ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы, Людмила Белоусова. 30 марта ей должно было исполниться 72 года. О горе в семье Евдокименко рассказал в сторис своей страницы Инстаграм. Руслан опубликовал в фотоблоге черно-белый кадр, на котором изображена его теща Люся. «Ну как же так?» – подписал фотографию Евдокименко. Отметим, что Руслан Евдокименко – единственный сын Софии Ротару, ее умершего мужа, народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. Напомним, сама София Ротару уехала в США, где проживает сейчас. Активно она не выступает против спецоперации на Украине, но иногда в сети публикуют сообщения, осуждающие действия России. Она уехала, живет в Америке, но остается гражданкой Украины.